Угадайте, куда я держу путь? На Дэдпул. Можно на Дэдпул на 5 часов? Давайте какой-нибудь посередине. Сколько билетов? Один. Давайте 11. Давайте. 250. Или нет, давайте 7 лучше. Компания 20 век Fox представляет. Совместно с Marvel Entertainment. Фильм какого-то придурка. В главных ролях конченый идиот. Самый сексуальный мужик в мире. Продюсер Гавнюки. Мои впечатления от Дэдпул. Я в восторге. Хорошо, что я не читала описание этого фильма, я не знала, кто в главной роли снимается, и не знаю, вообще слышно меня сейчас или нет. Я люблю такое вот ощущение, когда ты идешь и не знаешь, чего ожидать от фильма, и в итоге он тебя не разочаровывает, а даже наоборот, он просто превосходит все твои ожидания. Смотрите, какой нам салат принесли на двоих. Какой огромный. Сейчас попробуем мега большой салат. А, он такой острый. Тебе попалось острое? Это капец. А я думала, будем креветку половинить. Я не хочу креветку. Не откажусь. Ничего он такой ядрено острый, я не пойму. Походу, хостел нам обеспечено. Может, это соус идет. Читать надо просто было. А где это мы сидим? Как это называется? Тай-чай. Не советую. Тай-чай. Салат. Как он называется? Что-то там. Авокадо гамбри. Заказали креветки. Такие жареные, печеные. Королевские креветки. Жареные королевские креветки.